Народ, всем привет! Вторая часть по Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Продолжаем зачистку карт. Карта под названием Коп Квари. В принципе, там почти что то же самое, что и было в предыдущем видео. Но там будет задание другое. То есть, помимо того, что нам нужно будет убивать и вычищать противников в засад, нам в этой миссии нужно будет уничтожить, по-моему, два или три танка. В принципе, обещает быть интересным. Итак, я опять возьму Райфлмена с прицелом, со всеми делами. Вот, поскольку там поначалу нам очень сильно понадобится хорошее оружие с хорошим прицелом. Так, вот. Вход, по-моему, вот где-то вот здесь. Как же мне нравится, как здесь сделано оружие. Несмотря на то, что игре, по-моему, нужно, как я говорил, более 10 лет. Графически она, я бы не сказал, что прям угая. Игра сейчас в нее лично для меня большое удовольствие. Все сделано как надо. Так, здесь вход на песчаный карьер. Вот. Песчаный карьер. Два человека. Сразу уберем. Опа, 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 опа. Опа. Перезаряжается. Готов. Если в голову, то в принципе с одного раза убивает. Так, еще есть вон он. Так, это еще не все. Я уверен, что еще кто-то есть. Оп-оп-оп-оп-оп. Вышка, вышка, вышка. Ху-ху. Как мне сейчас повезло. Как мне сейчас повезло, что я не схватил пулю. В принципе, у меня тут и сложность игры-то, она такая, на нормале, короче, такой средний уровень сложности. Тихо. Кто-то идет. Прям слышу. No scope. Так, 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 так. Ты откуда взялся? Гуляешь тут такой. Как же я про вас забыл-то? Блин, это так тупо. Да господи. Что произошло с мышкой? То есть я вот буквально, не знаю, меньше чем в 100 метрах от них. И они меня не видят. Кстати, если начнут по мне шить, мне хана, они убивают с одного выстрела. Вот это надо опасного типа убрать. Так. Да, ребята, это вам не каэсочка. Хотя навыки с каэски могли бы помочь, но учитывая... Я люблю, короче, тактиш. Я слышал крики. Это еще не все. Опа. Так, окей. Пойдем потихоньку. Это у нас только первые метры до выполнения основных заданий. Воу-воу, тихо-тихо. Что-то я заболтался, потерял концентрацию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Протупился я, конкретно протупился.
Ну ничего, ничего. Ты отвлекся прям так на секундочку, хотел что-то рассказать. И в этот момент меня просто мочканули. Ладно, ладно, запомним. Благо здесь респауна бесконечное количество раз моего. А противники убитые не респаунятся, они также лежат. Вот что нам еще раз доказывает, что нужно быть внимательным. Я перед смертью попытался переключиться на пистолет, но у меня не получилось. Пока он это делал. И фигня в том, что пока ты на что-то переключаешься, ты не можешь бежать. То есть вот переключение на пистолет. Вроде моментально. Опа, 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 опа. Ну что-то в тот раз не сработало. Так, я шумнул и пошел. Ай, 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 ай. Снайпер, снайпер. Мне хана, в принципе, наверное. Присесть. Это даже прилягу. Собака. Все, не вставай. Здесь еще остался кто? Не похоже. Тут, на этих штуках. Они могут быть заспаунены где угодно. Ну хотя... Не прям, чтобы на таку уж. Тачкой прорыть нам не дадут? Нет, конечно. Было бы слишком легко, если бы я на ней въехал. Я бы точно там всех разделал бы. Парень, вот если бы ты не выдал себя криком, я бы тебя не заметил, ты мне мог сейчас спину положить легко. Так, что у нас по задачам? Уничтожить цели, уничтожить, короче, пункт боеприпасов. И три цели, короче, надо уничтожить. Три цели — это три танка. Так, нас кто-нибудь ждет, встречает. Все на переполохе. Это плохо. Это, конечно, я сам виноват. Как я тебе не попал-то? Да, по-моему, у них еще кто-то был. Ну, мы сейчас зачистим максимально, сколько возможно. Уничтожение танков — это вообще отдельная песня. Я как вспомню, так вдруг. Это вот конкретно зачистка этой карты — это просто такая боль. Ну ладно, солдаты. Я кого-то тут видел, он стопудово там ныкается за этими мешками. Вылезай. Вот они еще ездят. Танки-то. И вся фигня в том, что их нужно... О, тихо, тихо. Ура! Вот это лайда. Хера! Это походу танк или кто-то там с РПГ фигачит.
жесть. Ну, нам не пройти тут, я думаю, это уже и так понятно. По-любому надо будет умирать, чтобы они подуспокоились. Товарищи, снимем. Уже легче. Немножко. Откуда ж ты там такой у нас? Что-то я тебя не вижу. Откуда он хреначит-то? Так, извиняюсь, маленькая задержка произошла, заминочка. Так. Я, конечно, так хреновенько чекаю, что... Ух, мать твою. Мне хана. И вот эту хрень я должен уничтожить, подойдя вплотную, прикрепив С4 на него. Твою мать, я не знаю... Кто придумал эту миссию? Это же просто камикадзе. Как это можно сделать? Вообще какие-то фукасники, подрывники, там мне с РПГ фигачат. Где он? Я не вижу из-за плохой прорисовки. Ух ты, ёпти, я теперь тебя увидел. Это ты прятался там, да? Все, братан. Жестко. Мне сейчас прям капец как повезло. Ой. Кто-то там по нам шмаляет. Я думаю, если я высунусь, я труп, конечно. Но этот кто-то... Я, ну, что-то знает. По крайней мере, он знает, где я. В этом его преимущество. Я не знаю, где он. Рядом танк. А, чёрт, ещё это брать. Где ж ты есть-то, а? Тварь. Я тебя не вижу. А мне надо бы его убить. Так, в окошко я перепрыгнуть тоже не могу. Механика того времени не позволяет мне это сделать. Мало того, что нужно следить за танком, нужно следить за всеми. Чтоб тебя не пришили. Все как... Короче, вот этот карьер прям реально... Не знаю... Стадовое место. О-о-о-о-о-о-о. Чуть-чуть я не успел, чуть-чуть. Там просто дается некоторое время, чтобы заложить. Я прям немножечко. Думал, что там тот товарищ, который на меня агресса сюда сейчас не прибежал. Из-за угла не вылетел, пока я тут танком занимаюсь. Окей. Ты что, есть лучше? Его надо убрать, мне он не дает покоя вообще. Блин, ну как тот тип с РПГ в меня прокосил, это просто жесть.
Где-то за этими железками, скорее всего. Так, танк возвращается. Пора. О, это я зря, это я зря. Мне сегодня прям везет, как... О, он вообще рядом. В эту игру, да, надо прям на таком, на реализме играть, на уровне сложности. Потому что вот это то, что я сейчас бегаю такой, ю-ху! Это, конечно, такое себе. Потом за дом поехал. Ага, он стал на то же место. Отлично. Все, мы теперь его можем взорвать в любой момент. Я хочу это заснять красиво. Так, у нас что-то тачанка какая-то. Нет, ладно, сделаем это сейчас, пока меня не пристрелили. Минус танк. Это еще что за мать твою? Я слышу, что по мне шьют. Ёлки-палки, десант что ли прилетел? Пошли нахрен. Парочку я, конечно, пропустил. Ай, еще одно пропустил. Шара. Все? Все? Скотина. Так, проблем у нас стало только больше. Высадился десант. По мне шьют с той стороны, но я пока прикрыт этим щебнем. И... вот второй танк. Куда? Сюда, чтобы дернуть. Наш взорванный. Эх, так. Куда же бежать, Опа. Вот и прибили нас. Но это было ожидаемо. Я не проверил. Поэтому, в принципе, и поплатился за это. Ну, на самом деле, я так и хотел. Потому что они были все равно уже все наготове. Сейчас мы немножко пойдем по другому пути. Зачистим там, чтобы в нас хотя бы сбоку не летело. Так, это мой первый труп. То есть это мы раньше туда по прямой, прям в карьер заходили, а это немножко такое в бок. Ответвление. Здесь они тоже сидят. Скажите, зачем они здесь? Затем, что здесь эвакуация. Так, по-моему, я не помню, я оттуда снайпер снимал. Да, снимал. КамАЗ. Ну, типа. Блин, наверное, вот когда в эту сторону, если пойдете,
надо брать с собой подствольник и гранатомет. Тьфу, блин. Подствольный гранатомет, короче, и гранаты. Потому что здесь много людей. А вот так вот по одному их выцеливать не особо. Так, я сейчас присяду. ПГшник. Фак. Отлично, повезло. Снял. Где еще люди? Я когда играл, я помню, что тут было до хрена народу. Человек 5-6. Или они все подбежали туда ко мне, когда я там пошумел в карьере. Не исключено. Сейчас я потихоньку через вот эту будочку обойду. Потому что что-то мне подсказывает. Что это еще не все. Да, так и есть. Это не все. И даже никто типа не услышал, что какой-то шум был. Вообще там кто-то есть. Заметил смерть своего товарища. Что для этой игры, в принципе, такое себе. Ну. А, вот. Господи, текстуры. Вроде все на изи. Когда знаешь. Ну просто учитывая, что я не играл в нее очень долго. Ох, разменялись. Я не играл в нее очень долго, и поэтому я забыл, где кто находится, где. Мне кажется, или музыка спокойно начинает играть, когда ты зачистил место. Воу-воу-воу. Да, мне показалось. Окей. Я видел, в принципе, откуда убили, но там было просто не увидеть, я не знаю. Даже такой слепой, как я. Увидел. Окей, но все равно я сейчас опять-таки. Сейчас опять туда же пойду, убью этого снайпера. И мы вернемся к вопросу об уничтожении танков. Повторюсь, можно пройти ее вообще, то есть в идеале в стелсе. То есть никто даже не... Противник, потому что видишь, какие они слепые, просто тупо. То есть ты их просто щелкаешь, они только орут там что-то. Пока они тебя не увидели и не начали по тебе стрелять, они ни хрена вообще не могут. То есть перед ним кого-то убили, а вот так вот что-то поорал, в сторону тычется. Ружбайка махает, а как бы ни хрена не может понять. Хотя я в паре метрах перед ним прям. Все. То есть проходится в стелсе на изи. Но это такой челлендж именно чисто для себя. Здесь не будет за это никаких ачивок. Ты можешь пройти вообще просто с гиканьем, улюлюканьем через полкарты там, и всех вышибая при этом а-ля КС. То есть как бы здесь главный результат. У нас, ох ты, у нас отличный вид открывается на карьер.
Рай для снайпера. Серьезно. Мышка. Неплохо. Так, еще у нас кто где? У нас там что? Просто дырка. Это, наверное, ребята были с вертолета. Вот где-то рядом с этим домом пристроился. Я вижу тут засаду небольшую. Мешочки, по крайней мере, но я людей не вижу. Походу, вот эту точку мне надо будет разгрести, потому что тут стоит эта артиллерийская установка. Вот, вот она. Но она прикрыта домом, так тактически, чтобы, ну, походу... А может быть, это и случайно. Чтобы сверху, короче, даже если ты, ну, пройдя, грубо говоря, да, на эту точку, здесь же все как на ладони. Но нет, разработчики говорят, нет, именно иди туда своими ногами. Хрен тебе. Пока я отвлекся на свои тактические мысли, меня разнесли с танка, походу. Шикарно. Это как раз таки пример, как вообще не стоит играть. Так, окей. Здесь мы все зачистили. Здесь теперь можно бегать. Хотя не стоит. Если один кто-то где-то спалит, увидит, на ушах будет стоять вся карта. Хотя я тоже, наверное, раз 10 сказал за все это время. Но окей. В этот режим, короче, можно рубиться втроем, по-моему. Вдвоем, втроем, четвером. Короче, максимум 4 человека, по-моему. Именно для зачистки этой карты. С друганами. Но поскольку серваки не работают, не отключены, геймспаевские, здесь только из вариантов остается использование сторонних программ для эмуляции локальной сети. И только таким образом вы можете с товарищами законнектиться и вчетвером, ну или там сколько вас, заниматься всем вот этим вот. То есть, допустим, один пошел зачищать какой-нибудь блокпост, второй пошел уничтожать танк, третий еще куда-нибудь, и вот так. Потому что, ну, это лучше, чем в одного вот на пузе ползать. Это такое чисто для себя. Кому-то, может быть, это и скучно. Но с другом здесь, по крайней мере, стопудов будет веселее все это делаться. Где вопрос на миллион. Так, а вот у нас и артиллерийская хрень, да? Который мне надо зачистить.
В принципе, я на точке. Вот этот вот, по-моему, блокпост, вот, который мы видели. Вот мы, по-моему, мы вон там были. Да, вот, там я снайпера убил. Вот я там стоял. И оттуда мы видели вот эту вот, вот эту установку. Так. Здесь еще кто-то есть, поскольку задание нам не засчитывается. Или засчиталось уже, я не могу. Так, ну, типа сколько убил, сколько умер, окей. Но я задание вижу только Eliminate Targets. То есть... Типа, блокпост мы сделали, что ли, сейчас? Ладно, хорошо. Пойдем дальше. Но это не значит, что у нас враги закончились. Так вот мы предыдущий труп, когда я пытался на эту сбежать. Ёп! Прикинь, так вот в реале, там твоя тушка находится, и на тебя едет танк, который по тебе начинает стрелять. Это вообще непередаваемое очучение. Тварь. Стоит. И подойти я к нему не могу, потому что он мне, естественно, успеет пристрелить. Я еще не знаю, вот когда я побегу, меня опять же вот кто-нибудь так на ходу так шлеп. А я отсюда не вижу, кто где. Хотя вроде бы я убрал пару-тройку человек, пока был сверху там. Окей, ну попробуем. Шьют. Ай! Чутка не добежал. Блин. Так, ну тут надо думать. Тут надо думать, как нам лучше пойти обойти. Немножко мне не хватило, чтобы забежать в домик. Возможно, нужно было просто оставаться за железным забором и не бежать никуда дальше. Так, что же нам делать? Смысла сюда идти нету. Там все зачищено, но и плюс ко всему я с высоты не смогу по всем отработать. Там это, скорее всего, меня снимут. Даже если я возьму с собой снайперку с хорошим зумом, с прицелом, максимум, что я успею, это один раз кого-то выстрелить, и дальше меня снесут. Так. На первый взгляд тут все чисто, вроде бы чисто. Вон танк ездит. Пошли, что в эту сторону. Да, у нас, по сути, осталось уничтожить только два танка. Блокпост мы зачистили, получается. Это я моргал. Только, бляха-муха, как мне подойти к этим двум танкам? Народу до хрена где-то бегает по карте, да и к танку вплотную-то надо подходить.
сюда, что ли, едет? А он просто... Что здесь еще хоть... Куда сныкаться-то? Так, это наш первый подорванный. Все, мы вокруг него топчемся. Потихонечку в присядочку. В принципе-то у танков маршрут такой, ну... Он не рандомный, он у них скриптовый. То есть они останавливаются в одних и тех же местах. То есть, короче, ну можно заучить. Просто беда в том, что я не помню. Но это же интереснее, правда? Когда ты вот так вот впервые сталкиваешься и думаешь, бля, хочу делать. Как его? Понаблюдать со стороны, запомнить его. Изучить противника, так сказать. Так, вот на той вышечке. Ах, я сейчас не вижу, конечно. Слишком мыльно. Что-то мне подсказывает, что там, возможно, кто-то находится. Забыл в одиночный режим переключиться, что там. Здесь лучше стрелять одиночными. Так, слухаем, слухаем внимательно. Кто где что. Так, это снопак? Вот это вот. Нет, это просто стойкий, где снайпер. Вот это он. Я сейчас просто спалился потрохами, тупо. Блин, я не вижу, короче. Не понимаю, что это такое. Так, танк едет. Дуло он не подымет. Но он меня видит. Он меня видит. Че, серьезно, застрял, что ли? Нет, не застрял. За ним бежать – это самоубийство. Надо именно выпалить, где он останавливается, подойти туда. Ну, короче, как мы сделали с тем-то. Ой-ой-ой, нет, обратно. На воздушный заезжает, он мне может оттуда снять легко. Так, я... Нет, я сюда не заберусь. И там, давно. Ага, в мою сторону уже начал разворачиваться. Ох, ребята, а мы в дерьме. В полном, мать его, дерьме. Так, окей. Погнали, это наш шанс. По крайней мере, мне так кажется. Никого тут нету. Я тоже слышал крики, так что я уверен, что еще кто-то тут есть. Вот он. Готов? Готов. Тут что? Кто? Ёптись, тут танк надо валить. Вовремя я. Так, этот остановился. Он где-то тут на возвышенности останавливается, да? Твою мать, он сейчас сюда поедет. Надо уходить. Тот уехал? Он шьет по мне, по-моему.
И этот ко мне приближается. Что делать? Твою мать, а тут стена. Так, не повезло. Конечно, относительно ненадолго. Потому что тот-то, он сюда сейчас едет, он тут сейчас будет. Блин, и я сейчас перед этим как на ладони буду, да? Прекрасно. Прекрасно, мы в дерьме. Охренеть, охренеть. Охренеть. О, боже мой, дайте. Сейчас кирпичики стряхну. Боже мой. Вот это было очко. Просто жесть. Так. Ну, учитывая, что из противника по мне никто не стрелял, никого тут нет. Ну, или, по крайней мере, он меня не увидел. Так, ну я понял, что он где-то тут стоит. Тут. Где-то здесь неподалеку. Может быть, вот здесь он будет. Потому что тут-то он не будет проезжать, это вряд ли. Пока пропалю. Возможно. Так. Так. Он где-то встал. Надо просто, блин, запомнить. Если оттуда варик вообще подойти или нет. Он поехал. Валим. Так, лучше за этой спрячусь. А, то есть он просто вокруг обижает, да? Сюда не заезжает. Я к нему подбежать. Ну даже если да. Куда он поедет дальше? Да куда ты разворачиваешься, сука? Гори в аду! Ха! Блин, даже взрыва не убило, я думал. Так, отлично. Отлично. Тварь. Сколько ты мне нервов попортил. Так, ну осталось разобраться с последним. И в принципе... Короче, ничему меня жизнь не учит. Так, ну как бы к нему подобраться бы тоже бы. Да в принципе, наверное, тоже можно будет, пока того-то больше нет. Сюда идет. Хорошо. Ну, вернее, плохо. Так, а тут я... Нет, тут плохая идея. Вот так. Так, вроде по нам больше из людей никто не стреляет. Похоже, он... Похоже, что я почти что, наверное, всех зачистил. Да беги ты, дурак. Ну вот вопрос, как к нему подобраться, пока он стоит. Ну отсюда я стопудово не успею, конечно. Езжай.
Езжай, хорошо. Лягали. Так, мне значит, пока он там стоит. Тихо. Да что ты? Все, так. Наверное, задень. Короче, вот пока он там стоит, мне надо быть вон в той хибарке. Я тут, конечно, сейчас не видно. Но походу, именно оттуда мне надо будет его и... Потому что это единственная возможность, что я вижу. Надо быть здесь. Пока он тут вот стоит вот тут, мне надо будет оттуда как-то выскочить. Все окей. Будем ждать. Да. Так, тут еще главное понять, с какой стороны лучше. Тут, наверное, все здесь проезжает. Ну, короче, окей, где-то что-то как-то тут, я думаю. Все будет зависеть от того, где он встанет. Если здесь, то, конечно, у меня отсюда он снимет легко. Пока будем ныкаться. Так. Ну, там, где он стоит, в принципе, вообще не вариант к нему подобраться. Не, ну хотя, может, и вариант, просто я об этом не знаю, о том варианте, откуда можно подобраться. Итак. Момент истины. Плохую выбрал тактику. Нет, нормально. Мы живы. Мы, по крайней мере, живы. И это шанс. Бежим! Я понимаю, конечно, что капитан не сможет на взрыв, но я думаю, мы должны посмотреть на это. Все-таки ради этого мы собрались тут все. Ну, короче, как смог. Все. Мы их раздолбали. Что у нас там? Secure location. Так, то есть мне надо зачистить локацию. Так, это за нами или не за нами? Сейчас посмотрим. Походу это за нами, да, прилетели? А ни хрена, это десант. Пошли нахер. Все, как смог почистил. Сейчас мы быстренько. Блин,
находится. Я, наверное, пока поднимусь лучше оттуда. Чё, тварь? Кто теперь крутой? Чё, повисло твоё дуло? А? Лох. Так. Пойти бегать его, жалко, его нельзя. Не получится. Как-то так, короче. Так, сейчас я тут к ребятам быстренько сгоняю. А, нет, не сгоняю. Отсюда я к ним не подымусь, да? Откуда-то там еще стреляют. Кто-то еще остался на карте. Так, на ушку я тоже не подымусь, естественно. И там я не пройду, да? Ладно. Скорее всего, нас сейчас убьют. Ну, либо. Ну да, надо будет идти. Идти к самой к точке начальной, откуда я. Блин, ну. Я его не вижу тупо. Они меня сейчас просто шлепнут и все. Там откуда-то стрелял. Да. Окей. Это не профессионально. Согласен. Я себя не позиционирую как профессионала. Но сейчас у нас задача облегчится в разы. Мы сейчас сразу ребятам пойдем. Я как раз... Ой, как хорошо, что я вначале там зачистил. Теперь там врагов тех не будет. Ёп! Охренеть! Быстро выстрелите. Вот это вы такие не очень. Шел. Откуда? С вертолета что ли все? Тачка что тоже слушай с вертолетом. Так, надо с собой брать гранатомет. Откуда ты стреляешь? Из-за машины что ли где-то? Немножко экшена. Наш ультраскучный заход. При делах поймать. Даже ухом не идет. Да ладно, что не пробивай между этими. Шел. Офигеть, тут на меня армию, блин, заслали. Я тут всех так зачищал хорошо, планомерно. Еще кто-то где-то. Да ладно. Еще есть? Вроде никто не орёт. Ну хрен его знает. Угу. Надо было брать с собой, но кто же знал? Кто же знал, что тут такая засада?
Окей. Вроде не должен в спину прилететь. За КамАЗа никого. Сюда все высадились, правильно? На вертолетике. Говорю, хорошо, что я в прошлый раз тут все зачищал. Сейчас были бы двойные проблемы. Снайпера там уже нет, я снимал его. Где вы все прячетесь? Ау, ребята. Где вы все? Двое-трое здесь по-любому быть должны. За хрень. Здесь только трупы. Ну, уже, может быть, там возле забора. Меня же стрелял же кто-то сверху. Очень странно. Так. Не все? А где же еще кто? Куда он забрел? Я слышу его. Где-то он там теребонькает. На трупы своих товарищей. Некрофилов тут не хватало. Как, норм, парень? Посмотри смерти в лицо. Я тебя запомнил. Ох, ребята, вы тут прям сгруппировались. Все. Наконец-то закончился этот раунд. А, ну что сказать. Это было долго, тяжело и больно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.